Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 6 декабря. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Снег под ногами сильно скрипит. К ветру устойчивый юго-восточный или северо-восточный ветер к затяжной, пасмурной и снежной погоде, без больших морозов. Ночью луна словно покраснела. Жди на следующий день усиления ветра и снега. А какая же погода ждет нас завтра, 6 декабря? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Хрипово Родниковского района Ивановской области выдастся морозная и солнечная среда. Будет здорово, если вы проведете этот день активно. В деревне Хрипково Брасовского района Брянской области -4. И тоже ждите яркого солнца. Я вот давеча горку соорудил во дворе, так что завтра с ребятней буду кататься. В деревне Хрипино Вилишского района Смоленской области 0 градусов. Если у вас завтра выходной, почему бы не затопить баньку и пригласить друзей? В деревне Хриплы Фировского района Тверской области 0 градусов. А вот через несколько деньков начнет холодать. Варежки и шарфы зимой – верные друзья. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!